что ж, еще один эксперимент. Просто ради интереса решил послушать на этом усилителе, наверное, максимально все, что возможно. Стало интересно просто как ребенку. И вот вспомнил я про вот эти вот Yamaha свои. И прям стало интересно, как они будут играть с этим усилителем, звучать. Ну и, собственно, я там подготовил пару YouTube-треков, которые, надеюсь, YouTube уже не заблокирует. Вот, сейчас попробуем. Настройка усилителя все в ноль. То есть, ну, как в нулевой настройке. Середина полностью убрана до нуля, то, что у нее ноль не здесь, а она с нуля начинает прибавлять. Ну и высокие все в ноле. Тон компенсация отключена, баланс ровно посередине. Звучит довольно-таки интересно, на самом деле. Я удивлен. Яркий звук. Прям очень яркий звук. Достаточно для этих колонок, причем очень даже приличной мощности, я так думаю. Сейчас попробуем еще пару композиций. Попробуем по нулям опять поставить.
немножко прибавим частот. Собственно, вот такое вот видео получилось. Звучат по мне очень даже достойно и при нулевой настройке, но если чуть прикрасить, прям намного детальнее начинает звучать. Пищалочки здесь все-таки очень интересные довольно-таки. И, в принципе, середины здесь прилично хватает. В общем, все, спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и на этой прекрасной музыкальной ноте я с вами прощаюсь. Всем пока!